Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Роман, и в сегодняшнем видео я бы хотел вам рассказать, как мы сможем своими руками сделать мини-арбалет. Итак, для этого нам понадобится несколько деревянных шпателей, вы их сможете приобрести в любой аптеке. Одна соломка, одна резинка для банкнот, канцелярский зажим и шпажки для барбекю. В общем, давайте приступим, я вам все покажу, весь комментарий. Ну вот и все, такой мини-арбалет у нас получился. Всем спасибо за внимание, не забудьте подписаться на канал, поставить палец вверх и, конечно же, поделиться моими видео с вашими друзьями. Я думаю, пользователь любого возраста на моем канале найдет для себя что-нибудь интересное. Всем спасибо за внимание, с вами был Роман, всем пока-пока!